В Меликинском районе что не дом, то резиновые сельчане зарабатывают на прописке в свои дома иностранных граждан. И это несмотря на то, что владельцам таких теремков грозит административная ответственность. Проблемой нарушения миграционного законодательства прокуратура занялась всерьез. За 2013 год было выявлено 5 адресов массовой постановки на учет иностранных граждан. По уж указанным адресам было поставлено учет более 200 иностранных граждан. Таким образом, с целью взаимодействия граждан с правоохранительными органами информацию о массовой постановке на учет иностранных граждан необходимо сообщать в правоохранительные органы. Телефоны прокуратуры Меликинского района 9-69-23 и 9-69-27.